Всем привет! Это Destiny 2. Сразу говорю, 15 минут пройдет, видео оборвется. Смотрите. Я вас сначала предупредил, так что сначала. Если вам понравилось видео, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Не будьте эгоистами, поделитесь каналом, если он вам понравился. Потому что я только вчера создал канал, я начинающий. Помогите, пожалуйста, набрать подписчиков. Я делаю стримы, я общаюсь, и у меня довольно-таки хороший канал. Я делаю всякие прохождения игр, Doom, там, VR, ну, виртуальный Doom, там. Сейчас Destiny прохожу. Кто смотрит этот канал, тому огромное спасибо. Прям большое спасибо. Потому что, вот, прохождение игр — это самое веселое занятие. Вы, конечно, не видите мое лицо, но я в стримах его показываю. Ай. Вау. Вау. Что за хрень? Эй, дрон, что надо? Дайте мне с ним полетать. Куда мне надо? Я, пожалуй, хочу куда-нибудь свалить. У нас и без того не хватает персонала. Мы не можем заменить вашу задачу. Ладно. У меня жутко болят ноги. В смысле нулевой? Опилот. Так. Страж. Ни хрена себе. Он что там, человек? С меня хватит. 80. Бог ветра, смотри. Тоже охотник? Тоже есть. Давайте сейчас посмотрим на вот этого чувака. Подожди, что-то не так. Пробудишь, пусть охотник. Пожалуйста, знаешь, у меня много дел. Не можешь. Можешь, ты заботочку. Кому нравится? Кто любит? Пожалуйста, приходите ко мне, просто. Я люблю играть. Я недавно начал. Горнило, пункт назначения и пункт назначения земля. В смысле? Нам нужны такие стражи, как ты. Красный легион наступает.
Понятно. Я не скоплю, Ланилай. Есть у тебя дела или нет? Думай о бое, который уже ведешь. Что за вернулся на Эрвиле? Мне сейчас интересно. Это там чужой пустяк отворилось. Цель навигации. Окей. 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 Ладно, я уже тут. Так, может один вопрос к вам? Напишите, пожалуйста, просто. Как менять персонажа, когда ты играешь? Ладно, это конец. Всем пока.